Всем доброе утро, кто зашел на мой канал посмотреть на огурчики. Сегодня 2 июля. Сняла вчера видео про этот сорт, но не получилось выложить что-то у меня на YouTube. Пришлось снимать по новой сегодня. Сегодня мы их рвем. А, нужно сказать, что это тибурон. Почему решила его снять? Потому что, ну, красавец. Зеленый, темный, ну, не без того, конечно, на кончике, но все равно красивый. Сын говорит, ему чем жарче, тем лучше, что ли. В общем, очень темный огурчик, хороший в жару. Куст очень мощный, плети гонит. Прям вообще нужно проходить срочно все это. Прищипывать вот такие кусти, такие пасынки вон торчат. Это при том, что мы все нижние оборвали, осталось там то, что наверху было еле видно. Ну вот он мощный. Сам куст мощный. И пасынки тоже гонят сильные. Вот они все стоят, видно, молоденькие. Не прищипнули вовремя. И что заметила, когда он перерос проволоку, он не сразу начал падать. Он очень долго стоял, этот куст, в высоту. Ну, что еще хочу сказать. Вчера только снимала видео о том, что у нас нет болезней в ангарах. Прошла, посмотрела. Нигде никаких точек, пероноспороза. Сегодня рвем первоапрельских. Поднимаю голову наверх. Все верхние листья в точечку. То есть вчера было еще незаметно, может быть, там слегка было, что я не заметила. А сегодня вот так. И вот сейчас на тибуроне смотрю. Вот он. Начальная стадия. Так что пероноспороз, если он пошел, то он пошел на всех. И на лютояре, и на экспериментальных турецких, и на тибуроне. Ну, честно говоря, мы уже давно этого ожидали. Вернее, были так немножко обескуражены, что уже сколько времени прошло, а болезни еще нет. Нас это радовало. Ну вот он и пероноспороз. Подкрался незаметно. Не видно. Хотела снизу вот так снять. А, ну да, вот видно, как точечки эти. Именно поверху. Я рассказывала уже, когда мы года 3 назад посадили на второй урожай лютояр, и он начал болеть именно сверху, вот эти точки пошли пероноспороза. Ну, ничем страшным это не закончилось, что-то мы обрезали, что-то посохло, и поперли маленькие пасынки детерминантные отовсюду. То есть, ну, может быть, как прижег сын эту болезнь, начал брызгать, и она приостановилась, но, во всяком случае, она не сожрала весь куст. Ну, я, собственно, зашла говорить о тибуроне, о том, какой он мощный. Вчера, когда я его снимала, говорю, надо будет его посадить, наверное, такой. Ой-ой-ой, какие плети. Скоро будут до земли. И вчера я решила его попробовать. Сегодня уже не буду повторять этот эксперимент. И он оказался горьким. То есть сначала огурчика сладенькая, хорошенькая, а к попке ближе он горчит. Вот такая беда с ним. Ну, это вот так он зарос по крайним, а здесь, так как мы все это посынковали, убирали все плеточки, то здесь на стеблях ничего нет. Только сверху, вот где начали. Вот так, сейчас посмотрим внизу. Наклевывается что-нибудь или нет. Ну вот совсем чуть-чуть. Здесь. Ну, здесь, да, что-то должно полезть отсюда. Макушки здесь уже прищипнуты. Дорываем по стеблю. Рядом пэшн. Вот на видео он такой страшный не получается, как на самом деле. Листья здесь вот такие желтые, старые. При том, что листья оборваны одинаково на всех огурцах. На всех еще они зелененькие, нормальные, а на пышне вот такие.
И огурец некрасивый. Он вроде бы и темнеет, становится позеленее, но все равно, когда в ведро высыпаешь, его видно, что он с желтизной. В общем, здесь ничего хорошего в этом пешине. На кусту. Вот это все. Иногда его бывает много, но все равно он не красавец. Сорвем сейчас тибурун. Напишу потом, сколько ведер мы сорвали с ряда. Огурец красивенький. И ровненький такой. Не длинный, не короткий, хороший. Мне тут остановиться, что-нибудь снять более подробно. Один недостаток. То, что он горчит. Недостаток большой. Кто ж его будет есть? Такую бяку. Ну вот за болезнь сказала, что началось. И так интересно, что вчера я этого ничего не видела, этих точек. Они, видно, были очень еще слабенькие, что я на них не досмотрела. А сегодня уже их хорошо видно во всех ангарах. Правда, я не была еще тех, которые посажены раньше, так сказать, постарше. Но, скорее всего, что и там так. Посмотрю потом. А так-то ничего, красивенько. В цветочках весь желтых. А вот на пышине этого нет. Обратите внимание, пышин не цветет так. Всем пока!